Одном далеком сказочном городе жили-были люди, которые постоянно куда-то спешили, были чем-то заняты, и мусор свой они выбрасывали не в урны, а прямо по дороге домой. Тогда улицы были очень грязными и неуютными. В городе жил добрый волшебник-ученый. Он очень любил свой родной город, но его расстраивали жители города. Да. Они не замечали, что весь город замусорен. А так, что волшебник был очень умный, он создавал удивительного дракончика. Я создам дракончика, которого назову дракончик Убу, и сделаю так, что этот дракончик будет питаться мусором и так убирать все улицы. И волшебник создал дракончика, который всю ночь ел мусор и очищал свой любимый город. А утром он пришел к волшебнику и заснул. Ему снилось, каким будет чистый город, и люди будут беречь чистоту. Города опять спешили по своим делам, и они не заметили, как дракончик чисто убрал город и, как всегда, продолжали мусорить. Каждую ночь дракончик не спал, а ел мусор, убирал город. А днем он спал и видел во сне красивый чистый город. Но жители продолжали легкомысленно мусорить. И утром дракончик пришел к волшебнику и сказал: «Добрый волшебник, пожалуйста, сделай так, чтобы все жители города на одну ночь не спали, а вышли на улицы города. Может, люди увидят, как стало красиво и чисто на улицах. Как хорошо жить в чистом городе, и перестанут мусорить». Тогда волшебник взмахнул волшебной палочкой, и люди увидели, как дракончик чисто убирает город. Утром люди стали выходить на улицы, оглядываться, любоваться чистым городом, здороваться друг с другом, улыбаться от радости. А потом они поблагодарили волшебника и дракончика Убу и пообещали, что больше не будут мусорить и будут беречь свой город.